Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет еще одно мое очередное видео о покупках хозяйственного бытового плана в уходе за домом. Если вам интересно, что я купила и какое у меня мнение сложилось из начального пользования данными продуктами, тогда я вас приглашаю к просмотру и, надеюсь, слишком много времени я не займу. Девочки, начну с того, что я в очередной раз совершила покупку. Это опять мои Мастер Блеск. Мастер Блеск — средство для чистки канализационных труб. Я уже не первый месяц пою ему дифирамбы. И хочу сказать, девчонки, правда классное средство. И рекомендую их уже в какой миллионный раз, наверное. Правда, хорошее, цена-качество, очень удобное в применении. Если аккуратно засыпать вот именно в кухонную раковину, то вообще будет все замечательно, все хорошо, никаких пятен, ничего нигде не останется. Следующее средство, что я приобрела для кухни, купила старушку Фейри, которая уже миллион лет, сколько я ей пользовалась. Взяла в очередной раз, написано в два раза гуще. И надеюсь, то, что мне его хватит хотя бы на месяц, потому что предыдущие мои покупки АОСа мне хватило буквально на 3 недели. Поэтому, девчонки, взяла сочный лимон, и сейчас, мне кажется, весной прям вот, не знаю, мне прям захотелось именно чего такого сочного, кислого, прям лимонного на кухне. Вот, и еще что я купила для кухни, для косметических средств, ну, для косметического ухода. Это бумажные полотенца Зева, я уже говорила, то, что они мне очень сильно нравятся, именно вот в этой вот синей упаковке. Они очень плотные, они хорошо впитывают влагу. И если вы что-то пролили на кухне жирное, даже иногда одного просто вот кусочка полотенца хватает для того, чтобы устранить неприятность. Вот, следующее, что я покажу. Так, это то, что я покупаю уже не первый раз. Это средство от фирмы Glorix. Я его всегда беру весенний, осенний, летний период, потому что, как я уже говорила, я склонна к аллергии, а весной, когда мы открываем окна, мне почему-то кажется, то, что вот это вот все, что летит оттуда, оно прямо оседает на пол, из-за этого я чихаю, и вот мне кажется, то, что именно вот это средство Glorix, оно прям вот убирает, дезинфицирует, и все прям замечательно для всей семьи. И для животных, в принципе, тоже, так как у нас дома живет котик. Могу сказать то, что я им уже попользовалась, и я в нем не разочарована, хорошо убирает, приятный запах, который не навязчивый, который не раздражает, от которого не хочется открывать окна на проветривание. Замечательный, простой, знаете, такой нейтральный аромат, который со временем просто уходит. Он нисколько не перебивает запахи, допустим, освежителей воздуха. То есть, ну, правда, хорошее средство. К сожалению, я взяла только 500 мл. Надо было взять какое-то что-то побольше. Но большого не было. Взяла вот такую вот малюточку. Не помню, девчонки, сколько стоит. Я даже вот уже, когда покупаю именно Glorix, я даже уже на цену не смотрю, потому что это вот моя любимка в уходе за домом, именно за чистотой пола. Я всегда ему доверяю. Но, несмотря на это, я хочу сказать то, что в Магнит Косметик... В Магнит Косметик была акция, по-моему, вот так вот оно стояло. Насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, может быть, это была не акция, может быть, я взяла это по отдельности. Дело в том, что закончилось мое средство для чистки стекол, как я уже говорила, в пустых баночках. И в очередной раз стояла в Магнит Косметика, стояла женщина, покупала данное средство. И она мне так его расхвалила, сказала, что оно очень экономичное, хорошо очищает все пятна, все что угодно на стеклах, прямо для того, чтобы подготовить окна к летнему периоду, вот весной, да, сейчас наводить уборку, открывать окна, прям очень хорошо. И знаете, я почему-то ей так поверила и взяла его. Его было здесь где-то вот так вот, по-моему, да. И я просто почистила дома зеркала. У меня не очень много зеркал, у меня, ну, может быть, от силы штуки 3-4. И могу сказать, девчонки, ну, вот представьте, да, как бы расход на 400, для того, чтобы почистить просто зеркала, у меня ушел, ну, очень много. Это я сравниваю это средство с предыдущим, которое я покупала, и которое было на порядок дешевле. И там действительно расход, чистота, то есть как бы сопоставимо было. Ссылочку на пустые баночки я оставлю в инфобоксе, чтобы вы ознакомились с тем средством, потому что я не помню, как оно называется. Что за... Да. Да. Вот, так что, девочки,
Не могу его рекомендовать, но сказать, что оно плохо очищает, тоже не могу. Неплохо очищает, у него есть свой какой-то аромат специфический такой, который, мне кажется, присутствует во всех средствах Мистер Мускул. Но при всем при этом он не раздражает ваше обоняние и не будет никакой, знаете, там, чихания, либо еще что-то. Неплохое средство, тоже могу сказать, но не экономичное. Следующее, что я еще не попробовала, это Мистер Мускул для пола и других поверхностей. Ни разу, кстати, не брала, по-моему, вот я не знаю, я не помню, может быть, я его взяла по отдельности, может быть, с этим, девчонки, честно, не помню, хотя брала вот буквально несколько дней назад. Здесь, в общем, средство, которое очищает, дезинфицирует и придает блеск. С ароматом Glade после дождя. После дождя, я как я уже говорила, мне нравится. Свежесть утра после дождя, то есть как бы мне нравятся данные ароматы. Не знаю, вот в бутылочке оно стоит все такое вспененное. Посмотрим, как его, насколько хватит, как оно будет очищать, какой будет аромат. Наверное, в пустых баночках скажу свой вердикт по отношению вот с данным средством от фирмы Glade. Стоит покупать Glade или Мистер Мускул? Может быть, проведу такой, думаю, тест-драйв, что лучше. Следующее, что я взяла, это был Эрвик, сказочный сад, зефир, малина, роза. Не знаю, просто я стояла возле автоматических и возле вот этих вот. Автоматический у нас, по-моему, стоил где-то 400 рублей, а вот этот вот у нас стоял, по-моему, по акции 200 рублей. И я решила сэкономить. Как хорошая хозяйка, подумала, почему бы не взять вот этот вот. Хороший дизайн, я не пробовала еще вот такого формата от Glade, их новую вот эту вот серию. И решила его взять. Аромат неплохой, мне больше кажется, то, что он быстро идет, ну, я уже просто им пользовалась, мне кажется, идет аромат малины, а потом плавно переходит в розу и идет именно аромат розы. Не знаю, это вот мне после нескольких использований показалось, что оно именно такое. Так что вот так вот. Ну, неплохой аромат, который, в принципе, перебивает, убирает, если есть какой-то там после готовки, после жарки. После жарки рыбы, кстати, вот после жарки рыбы классно убрал аромат. Я хочу сказать, я им воспользовалась после того, когда пожарила рыбу. Я не очень люблю, когда на кухне и вообще дома пахнет чем-то, когда вы что-то готовите. У меня прям, ну, не очень это люблю. Вот этот вот Эрвик очень хорошо перебил все и убрал после того, как проветрили кухню. Было очень свежо. И следующее, что я взяла, это был Персил гель-концентрат. Хочу сказать вам, девочки, я, наверное, историческое допотопное существо, которое ни разу не пробовала вот такое средство в уходе. Имею в виду в стирке, всегда брала почему-то в порошках. А тут решила взять и попробовать, потому что на него была скидка небольшая. И, как здесь говорит производитель, приравнивается к 4,5 килограмм порошка. 4,5 килограмма порошка, то есть также 30 стирок. Куинзим, эксклюзивная формула удаления пятен и с моим любимым запахом для белья лаванда. Ничего сказать еще о нем не могу, потому что я им еще не пользовалась. Сегодня у меня, наверное, будет его использование. Так что тоже, наверное, в пустых баночках, если интересно, девчонки, расскажу. Вот, девочки, это были все мои покупки. Я их совершала в Магнит Косметик, как обычно, и не только в Магнит Косметик. В принципе, я ими довольна, надеюсь, они вам тоже понравились. Если, конечно, понравились, ставьте лайк. Сына, сейчас мама закончит, и тебе с тобой будет. Да, вместе с папой покупали. Если понравилось, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Девчонки, простите, сегодня снимаю вместе с сыном, а он очень хочет попасть в кадр, я ему не даю. Надеюсь на ваше понимание, всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. Желаю вам солнышка и весны, и всем до скорых видео, всем пока-пока!